И снова доброе утро всем. Вот сейчас, по-моему, самое время поговорить вот об этом чудо-синдроме. Подожди. Называется... Вот сейчас, да. Вот сейчас, в эту секунду мы будем говорить о чудо-синдроме Обломова. Жень, знаешь, что такое? На самом деле у современных Обломовых найдется немало причин, чтобы плыть по течению, вести пассивную жизнь, чтобы не выходить из зоны своего комфорта, чтобы пребывать в каком-то вот постоянно депрессивном состоянии, и ничего людям этим не хочется предпринимать, и это так странно. Но есть люди, которые умеют отвечать на все эти сложные вопросы. Вот как же изменить свою жизнь, когда проходит, которая проходит мимо, узнаем практического психолога. Елена Петренко у нас в гостях. Елена, доброе утро. Елена, доброе утро. Ну, вот расскажите нам. Да, вот об этом. Вот не способствует ли этому состоянию особенности характера? Может быть, это какая-то банальная лень, темперамент вот такой, чтобы вот сидеть тихонечко себе и ничего не предпринимать. Нет, вы знаете, это бывает абсолютно по-разному. И, конечно же, лень тоже бывает. А вообще это страх жить, страх идти куда-то вперед, страх видеть то, что действительно впереди тебя может ожидать. Это одно, как бы одна из причин. Еще одна причина достаточно серьезная. А вот вам назло, не буду ничего делать. Вот, ну, понимаете, поставлю просто так. А, я думала, вы сейчас нам сказали. Да, и вам тоже, вот не буду, то есть, если бы нам ничего не рассказали, это был бы синдром Обломова, да? Вот вы сейчас будете задавать вопрос, я так вот буду сидеть и смотреть на вас. Слушайте, ну, по-моему, вот этим людям нужна помощь все-таки. Подождите, я вот хочу с причинами до конца разобраться, а может быть, это как-то с характером связано? Да, конечно же, вот это и есть характер. Вот вы знаете, вы мне не нравитесь, я не хочу проявлять активность. Безусловно, это может быть. Ну, таким людям тяжело жить очень. Мне кажется, они меньшего добиваются в жизни, они ни к чему не стремятся, медленно. Идут по лестнице по какой-то своей вот карьерной. В любом случае, все причины, какие вообще только есть, да, в том числе и хроническая усталость, и стресс, и так далее, это приводит к самому главному. Энергопотенциал, он снижается у человека. То есть практически не хватает энергии на то, чтобы жить, на то, чтобы что-то делать. Хорошо, где взять батарейки для этого? Со стороны люди должны нам помогать. Должны ли вот мы прийти и каким-то образом вытащить из этого состояния человека? Знаете, вы улыбнитесь мне, и я уже тоже захочу что-то сделать. Это самое простое, наверное, то, что есть действительно для того, чтобы преодолеть вот пассивность, да? Но для того, чтобы действительно помочь такому человеку, это обязательно нужна помощь. И помощь действительно профессионала. То есть это должны быть какие-то консультации у психотерапевта, правильно? Психолога? Да, обязательно, обязательно должны. Хорошо. Быть. Но есть же такие люди, для которых вот это состояние является нормой, да? Они чувствуют себя как-то в зоне комфорта, да, как говорят. И им особо не хочется даже выходить из этой зоны. Нужно ли помогать таким людям? И как? И возможно Если ли? Человек не хочет, то вы ему не сможете помочь, да? Это первое. Но самое главное, здесь можно просто поговорить с близким людям о каких-то целях, о каких-то перспективах, о том, что действительно жизнь намного прекраснее, чем он видит ее, в которой он находится. Это, безусловно, важный момент. Но, в принципе, если человеку комфортно и хорошо, то зачем же его трогать? А насколько вот велика вероятность того, что человек может натренировать сам свою силу воли? Вот собрать волю в кулак и не обращаясь к психологам, никому, может, там конфет со смешинками. Да, конечно. Для начала самое главное, то, что вы можете сделать, это минута смеха. Просто посмеяться, это я могу вам сказать, что энергии вам хватит на целый день. Мы сейчас спросим у наших режиссеров, можем ли мы прямо сейчас минуту посмеяться. А пока расскажите, то есть смех должен быть как? Просто вот смеяться, улыбаться без причины? Да, вы просто улыбнитесь и начните просто смеяться. Но помните, что мы хорошее, что-то приятное, да? Вот начните смеяться. Вот как человек, который в унынии, Женя, я вот думаю, как человек, который может быть в унынии, как он даже может найти в себе силы элементарно улыбнуться, не говоря уже о том, чтобы вот действовать и что-то дальше ему делать? Вы знаете, надо просто выйти хотя бы на солнышко, для того, чтобы выйти на свет, для того, чтобы показать себя, просто одеться и куда-то выйти и посмотреть на этот мир. Но опять-таки это нужно, чтобы его кто-то подтолкнул. Возможно, работа, возможно, кто-то позвонил и сказал, выйди ко мне там на встречу, что-то надо передать, еще какие-то нюансы, которые могут быть. Это точно. И мне кажется, что сейчас все улыбнулись. Это точно. Лен, спасибо огромное. Друзья, мы напоминаем, что сегодня с нами делилась вот этими полезными советами практически психолог Елена Петренко. И прямо сейчас я предлагаю нашим телезрителям посмеяться ровно минуту, пока мы выложим с Верой наше селфи в интернете. Откройте его там с помощью ваших гаджетов, заодно узнаете про гаджеты и посмеетесь минуту.